Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. Слухи вокруг самочувствия артистки появляются каждый день. Дело в том, что ее родственники практически не комментируют ситуацию, но находятся другие желающие. Профессор Петр Чумаков считает, что звезда, скорее всего, никогда не сможет вернуться к своей привычной деятельности. Он подчеркнул, что ей проводили серьезные операции на мозге, а потому совершенно неудивительно, что она сильно изменилась. Однако небольшое участие она все же сможет принимать, а потому говорить о том, что мы вообще не увидим Анастасию Заворотнюк на сцене, слишком рано. Врач рассказал, что не виделся со звездой лично, но знает, что она не ходит сама, а передвигается в коляске. Профессор признался, что болезнь актрисы является одной из самых страшных, а прогнозы у таких пациентов почти не бывают утешительными. Он отметил, что само сохранение жизни в этом случае – огромная победа. По мнению специалиста, сейчас Анастасия Заворотнюк требует полноценный уход, но с этим у семьи проблем не возникает. Супруг артистки много работает, чтобы обеспечить ей все необходимое. Знаменитость поддерживают и подруги. Медицинский работник сообщил, что тот самый одутловатый вид онкобольных связан с прием гормональных препаратов. Журналисты вспомнили о последних фото Жанны Фриске, а Петр Чумаков прокомментировал, что, возможно, звезда моей прекрасной няни выглядит сейчас примерно так же, поэтому близкие не показывают ее широкой общественности. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.